Ага. Должно быть интересно. Ага. О-о-о! Лидер! По салфеткам! Ну, вам тоже нужно достать несколько. Надо именно достать. Да. Ну, а коробочку на столик, пожалуйста. Мы уже представились с Юлией, а теперь, пожалуйста, каждый из вас представьтесь и расскажите о себе столько фактов, сколько вы взяли салфеток? Сережа, начинайте. Меня? Хорошо, я Сергей Сухобойченко, директор общественной организации Институт развития креативных технологий масс-медиа. Ага, сейчас, секундочку. Запутался в фактах. Да. Слышно, да, сейчас? Я Сергей Сухобойченко, директор Института развития креативных технологий масс-медиа. Это общественная организация. И мы чем занимаемся? Внедряем интернет-ресурсы, новые медиа в работу общественных организаций. И, ну и не только. В данном случае, чем мы занимаемся, это трансляция тренингов и других мероприятий онлайн на любых ресурсах. И, например, сейчас нас видят в Facebook, Twitter, ну и другие соцсети, и YouTube, и Google+, в общем, те новые медиа, которые есть в мире. А три салфетки, кстати, трех салфетка, да? Что вы еще можете о себе рассказать? Ну, уже вроде, да. Что я еще могу рассказать о себе? О своей организации. Ну, кроме того, я частный предприниматель, ну, поскольку тема касается предпринимательства, и хорошо знаком с проблемами предпринимателей. А поскольку руководитель общественной организации, хорошо знаком с преимуществами общественных организаций. То есть, отлично. Симбиоз. Спасибо. И салфетки передаю. Закончились? Три салфетки, потому что так получилось. Хорошо. Хотел взять весь пакет, но решил поделиться. Была такая идея. Я Энвер Муртазаев. Вот, являюсь руководителем Центра подводного плавания. И руковожу еще дополнительно общественной организацией социальной защиты и реабилитации инвалидов «Тандем». Свободное от работы время, значит, посвящаю свой досуг, значит, организации досуга, так скажем, люди с ограниченными физическими возможностями. Вот. Различные туристические походы там делаем, велопробеги и тому подобное. Вот. Ну, а салфеток я взял всего две штуки. Я думаю, что мне хватит, достаточно будет. Здравствуйте, меня зовут Владислав Чеколовец. Я являюсь частным предпринимателем, являюсь руководителем праздничного агентства «Арт-студия Вегас» в городе Евпатория. Мы занимаемся организацией праздничных мероприятий и концертов, всего-всего по чуть-чуть. Факты о себе? Все. Я просто, какие факты привести? Ну, что вы можете о себе интересное рассказать? Я хочу... Ну, я не могу рассказать о себе... О себе, ну, о том, как вы работаете. Ну, мы занимаемся в городе, то есть занимаемся организацией мероприятий. Наша работа, непосредственно моя, является, мы встречаемся с людьми, общение, то есть новые знакомства, в основном знакомство с творческими коллективами, то есть людьми творчества. Сейчас подали документы на организацию, ну, на открытие общественной организации в городе Евпатория творческих людей. Как бы вот так вот. Спасибо. Я частный предприниматель Лютый Валентин Николаевич. Ну, занимаюсь аттракционами. Вот, бывший директор детского парка аттракционов. Вот, ну вот по этой линии сам и пошел, занимаюсь таким бизнесом. Ну вот еще хочу заняться, как сказать, как бы это, ну, расселением отдыхающих. Вот это, конечно, дело новое, но интересное, думаю, вот еще. И полезное. Да, и полезное. Потому что наш город курортный такой, и нужно привлекать сюда отдыхающих, потому что вот я уже не молодой человек и знаю, как раньше, сколько было отдыхающих, как работала наша Евпатория. Мы все здесь работали на полторы ставки.
Вот. И по сравнению с тем периодом и сейчас, ну, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Всем здравствуйте, меня зовут Губин Юрий. Я работаю, общаюсь в сфере развлечений, в сфере аттракционов. Вот. Являюсь руководителем парка аттракционов в городе Евпатория.